Ого, ну вот мы в самолете с Андрюхой и собираемся вылет на Килиманджаро. Такой здоровый самолет. Ну вот мы входим в национальный парк. Ну что ты, Андрей, скажешь? Ну так не надо, all inclusive. Все, это, на границе один раз марку клей. Отдаешь марку $50 и пошел. Ну тут как-то так недешево в этом национальном парке. Пока еще мы не ощутили. Ну, да. Кофе налили, полный термос. Дождь кончился. Дождь кончился, но вроде бы будет еще. Бананы красота, вокруг. Это джунгли вот начинаются. Если что, бананы вокруг будем срывать. Бананы, вот вход в национальный парк. Ну что, Андрей, вы скажете, вы готовы подниматься в горы? А, музыку слушать. Нет, чтобы слушать джунгли, он слушает музыку. Вот тут взвешивают провианты, весь эти собираются, все наши гиды. Уже ушли. И шерпы все поуносили. Вот отсюда его. А вон обезьяна, смотрите. Обезьянка. Вот. Вам и обезьянки. Вот старт на восхождение. Андрей, что-нибудь скажете? Ну, конечно. Хочется верить, что восхождение пройдет. И мы вернемся. И те, кто нас ждут дома, все дождутся. Вот смотрите, как шерпы фигачат. У них рюкзаки, блин, им, наверное, лет 200 или 300, блин. Не можем догнать, это наши. Вообще красавцы, просто красавцы. Вообще очень красиво здесь. Смотрите, какие джунгли. Идем, идем, все красивее и красивее. И такие пчелы тут жужжат. И люди, наш проводник идет. Вообще очень красиво, смотрите, какая красотища, вообще просто красиво-прекрасиво. О, смотрите, какие тут завалы пошли у нас, конкретные, все выше и выше, так интересно. Там журчит даже какой-то водопад, все время воняет дерьмом этим, обезьянным, блин. Обезьянки срут и едят, и воруют у туристов колбасу. Вон обезьяна бегает, как кони, вон, видите? Вон, побежала. Вот, прет над нами. О. Носятся обезьяны. О. Да, тут их море. Красивые такие. А вон, смотрите. Вон. Ага. Вон. Какие-то бело-черные. Черный с белым, с гривами, ну. Да, круто. Вот, смотрите, как лес меняется. Вообще просто. Уже поднимаемся. 3400. 3400, во. Джамбо. Джамбо, мамбо. Мамбо, джамбо. Завтра уже идем выше, вон туда. Хороший подъем, сказали. Не такой длинный, как сегодня, но крутой подъем. Да. На палочках уже не пойдем. Ну, уже одеться надо потеплее, что-то я уже подмерзаю. Все, выходим, грубо говоря, из лесу. Тут уже лагерь наш, будем ночевать. Да. Где-то тут наша палатка. Вот мы уже пришли на первый базовый лагерь. О, мой этот. Моя сумка пришла. Смотрите, сколько палаток. Вон. Там вдалеке Килиманджаро. Там. Вот тут все лагеря. Там. Смотрите, там. И не видно вершину. Вообще очень здесь круто, конечно. Ну что вы, Андрей, проснулись? Первая ночь. Первая ночь была вообще в гостинице. Это уже, можно сказать, вторая. Ну да. Кофе с утра бодрит, просыпает. Ну да, вот наш лагерь такой красивый. Тут вообще не тропический лес уже, видишь, а сплошные. Можжевельник какой-то растет. Ну да. Вон туда нам надо подняться на 3800. Вчера мы прошли вверх 1200, сегодня подняться нам 800 вверх будет уже посложнее. О, какие камни. Людей, конечно, сегодня побольше, тут скудловалось на камушках.
Ну, идут не только профессионалы, как мы, идут и чайники. Мы это понятно, матеры, идем как буря. Где ведутся журналы отхода-прихода, видите, не то, что у нас в России. Все заполняют. И... Туалеты, главное, какие? Туалеты. Туалеты построены такие. Ну да, туалеты. Это спасательный такое здание. Спасательный. Заполнили все. Таможня дает дозволь. Да, таможня разрешила нам выйти в горы. На 4600 такая вот речка. Акклиматизационная вершина 4600, высота вернее. Завтра мы будем тут ночевать, а сегодня мы поднялись для акклиматизации, чтобы потом спустимся на 4, переночуем и переночуем и будем это. Опять поднимемся сюда и уже отсюда мы будем стартовать. Вот наш лагерь перед еще перед завтрашним восхождением. Смотрите, какая красота. Должны вон туда до снега дойти, и послезавтра будем уже штурмовать. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro. Hakuna matata, tembea pole pole. Hakuna matata. Ну вот выходим с лагеря, вот туда, видите, люди идут на тот гребень и на Килиманджаро. И там, где снег, будем ночевать, вон там в облаках. Будем ночевать и уже утром в 11 ночи штурмовать Килиманджаро. А сейчас вот по вот этой тропе, видите, все люди идут вот так, вот так, вот так, и по гребню туда. Короче, 1000 подняться надо. Сейчас на 4000 мы. Ночевка на 4800. Килиманджаро 5900. А что это за птица, как зовется? Ну такие птицы тут огромные. Идем по лаве. Смотрите, наша тропа. Сегодня должны подняться на 4600 там переночевать. Такие с зонтиками прикольные. Портеры. Вот еще один лагерь.
на обед пришли мы. Ну и потом будем 3900, еще 600 метров подняться для штурма. Смотрите, как красиво. Облака разошлись. Так почти целый день в облаках идем. Смотрите, как оттуда, вон. Из этого холма мы пришли. Вот пошел град. Хорошо мы успели в палатку забежать. Смотрите, как пофигачит. Вот тебе и Африка. Жесть, а. Нам повезло, что мы успели в палатку, а некоторые люди еще в дороге. Дождь, град. Конечно, Килиманджаро это, блин, круче всего. Погода меняется моментально. Только солнце было, уже град и дождь. Это базовый лагерь. Перед восхождением на Килиманджаро. Сегодня мы будем тут ночевать. И рано утром в 11, где-то в час ночи, короче, стартуем. Смотрите, тут много палаток, это все ждут утра. Сейчас находимся на высоте, вот вы видите сами, почти 4700. Если известно, вон там заполняют все бумаги. То есть тут все надо обязательно на каждом базовом лагере заполнить, что ты дошел. Тут там внизу тоже очень много палаток. Ну так я вам скажу, тяжеловато, но идем как буря с Андрюхой. Снимает. Ой, я не с той стороны смотрю. Я решил себя любимого снять первым. На самом-то деле, мы поднялись на перевал. 5765. Вау. Это сзади шел нас и подстраховал Абу. Все, что мы теряли, он забирал. Вау, вау, вау. И пинками нас подгонял. Давал на... Вот. Сам вулкан, кратер. Дямбу сана. Акуна матата. Там еще. Килиманджаро. Да, идем по гребню. Андрюха, все замученные. Туда из детей, вон туда, там вершина вулкана. Маленькие фото. Вековые ледники Килиманджаро. Вау. Вот. Осталось 200 метров до вершины. Смотри, как красиво. Вот тоже красавчики. Кратер вулкана. Там вершина, куча людей. Килиманджаро. Это сам вулкан. Красиво. Да. Ну что, братан, где мы с тобой? Ты отвечай коротко. На Килиманджаро. А где Килиманджаро? В Африке. Да, это точно. А сколько мы сюда шли? Пять дней. Пять дней наш маршрут Матшамы занял. Сегодня 8 января 2018 года. Мы немножко путаемся, потому что все-таки такая горняшка, не горняшка, но нас тоже словило. Бля, поэтому мочкарило целый день. Вот Эдик совершил подвиг, на самом деле, он с самого начала вообще это не понимал, идти ли ему, не идти ему. Вот. Да. Я говорю, ну Эдик, ну давай попробуй, ну что тут? Вот, поэтому наш молодой начинающий клуб Скалодром, вершина, он тоже очень знаменательный, что нам доверили такой, ой, сделать шаг, мы попробовали, его сделали. Так что вот такой красивый, красивый такой первый шаг. Вот, а в качестве видеооператора и участника этой съемки был в том числе и вот я. Вот. А вообще мы на самом деле даже взяли каменюку, и вот я вам даже покажу. Вот, вот, вот ровно эту каменюку я положил на топ. И теперь я думаю, что Килиманджаро, если хорошо измерить, он будет на 20 метров выше. Потому что я положил его на самую высокую точку. Еще один каменюка положен. Скоро кивозики. Это скорая помощь у них.
спасатели используют. Если ты ногу там подвернул или там плохо тебе, тебя ложат на такую брычку, колесо посередине, и везут в деревню. Смотрите, как портеры носятся, как буря, блин, их не догонишь. В Африке с работой проблема, портером быть, это очень круто считается. А одеты они даже в босоножках от этого, от колес автомобиля. Представляете? Валим мы. Все везут, стулья тебе, хавчик, палатки. Короче, полные. Вот наш еще лагерь один, мы идем. Смотрите, какие тучи быстро тут налетают. Только светило солнце, лил дождь, опять тучи, ветер. Вон лагерек наш. Вот последние минуты нашего последнего лагеря. Все уже потиху собираются, там уже песни всем поют. Ребята тут все. Солнышко мы увидели второй раз, наверное, за всю экспедицию. Вон Килиманджаро. Красивая вершина. И очень красивые восхождения. Вообще, африканцы молодцы, блин. Я их уважать начал после этого восхождения. Вообще просто красота. Все собираются, портеры всех собирают. Песни поют. Такие, видите, вороны такие огромные жарятся. Тут они живут только на этих. Вот Килиманджаро еще раз. О, началось. О, ну вот тут мы уезжаем уже. Можно сказать, последний день наш Килиманджаро. Нам очень понравилось. Все это уходит в лагерь. Народ собирается нам петь песенку. Пожить можно. Наши портеры. Входим в зону облаков. С 3800 на... Как красиво тут. Вау. Спуск приятен. Особенно, когда подумаешь, что все-таки дойдем до теплого душа. Портеры. Джамбо. Джамбо, джамбо. Бамбо. Валит тропический дождь, блин. Вот тебе Африка. Почти все дни, находясь в Африке, солнце мы не видим, одни дожди. Так что, если кто-то вам скажет, что здесь идут, светит солнце, не верьте никому. Посмотрите, какой дождяра, блин. А нам еще 10 километров валить по джунглям. Ну вот, все, мы возвращаемся. Путь. Да, с Килиманджаро. Долгая дорога. А вот наши цветы такие. Ну, с Килиманджаро. Вот табличка, всех не подходит. Поздравления. Поздравления, да. Вон наши сумки. Все эти наши портеры нас ждут. Выход с национального парка. Вот такой даже базарчик. Наши гиды. Вот наши гиды из Москвы заполняют документы. Мы уже выезжаем отсюда. Возвращаемся мы. Акуна матяра, акуна матяра, акуна матяра, акуна матяра.
акуна матата. Очень веселые люди. Акуна матата. Акуна матата. Акуна матата. Акуна матата. О, и идем пить банановое пиво всей толпой. Ну как тут, брат? Друг угощает всех пивом. О, наши портеры творят черные. Открываем пиво. Из банана натуральное. Вкус, я не знаю, как какое-то кислючее пропавшее пиво, я не знаю. Не можем понять, да, Андрей? Но уже третья бутылка после Килиманджаро. Вроде нормально. Не, мне первая больше всего взяла. Я как говорю, как телекоптер какой-то меня. Я только не пойму, что это вкус. Не знаю. Ну, обещали банановое пиво. Предоставили возможность его купить. Сейчас, guys, yeah! Его попу, пожалуйста. Ну вот мы выехали уже в национальный парк. Вон обезьянки, смотрите, там бегают вон. И вот, смотрите. Вон настоящие. Ребята, обезьянки, обезьянки. Обезьянки, обезьянки, вон эти. Какие хорошенькие. Сколько обезьян, смотрите. На дороге у нас. Нифига, не боятся, не уступает дорога. Да, да, такие прикольные. Ходишь не по пешеходным узлам, а переходы, а? Ну, да. Где думать-то? Так интересно, ну. Ну и сидят себе, вон, маленькие обезьянки, это, во, жизнь у кого прикольная. О, какие-то птички. Ой-ой-ой-ой. Какой-то буйвол такой. Ох ты, наяривает. О, ёханый баба, ёшкин свет, да вот это нахрен. Ни хрена себе, блин, прям живые, ё-моё. Настоящие. Лежат себе. Лежат еще и у каждого по птице. Цари. Такой буйвол борода лежит на дороге. О, смотрите, какая коробка. Какой-то не у него сколько. С ума сойти. Едем дальше, смотрите, тут зебры кругом. Они даже не боятся никого. Какая красотуля. Зебра. Смотрите, слон идет. Настоящий такой кабанчик. Это слон. Да, вот это слоник, настоящий такой здоровый кабанчик. Это слон. Ну вот мы и ночевали первая ночь в парке национальном, вот в таких вот в домиках. Видите, такой он прикольный. Такая как палатка внутри. Ну там есть душ, туалет. Вообще очень красиво. Утром проснулись, тут обезьяны носились. Такие баобабы, смотрите, огромные. Просто огромные баобабы. И там вон река даже. Все так интересно. Ну это вот вид с нашей столовой. Вон, смотрите, какие-то зайцы. А, это брундуки. О, кто вы такие там? О, это какие-то... А, это маленькие олени. Такие самые маленькие в мире. Кушают травку. Ой, такие интересные. Эти маленькие олени. Вот смотрите. Такие маленькие, как кролики. Вообще класс. Вон, смотрите, стадо газели или олени прямо около отеля нашим. Вон.
Посмотрите. Вообще красота. Смотрите, прямо около нашего домика какие-то. Блин, фиг победишь, мне не надо даже как их назвать. Какие-то олени, не олени, блин, эти. Бизоны, хреноны. А вон термитник. Он метра три длиной, прикидывайте, это муравьи делают. Вон они. Блин, вообще крутое. Этот, конечно, отель. Просто сказка. А вот мы встретили Тимба-Тимба, или как, Юмба-Юмба. Ну, кабанчики местные. Такие прикольные, поджарые такие. Папа с мамой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Штук 10 этих детей. А я видел шакал, смотри, мимо пробегал. Ну он хочет, наверное. Ну, когда нет, это кабанчик вон он еще в лесу там, ну, такой. Прикол. Маленький шакал. Такие шакал. Природа красивая. Вот эти газели. Смотрите, какие красавцы. И вон, и вон, и вон. И какие-то птички. И там вон газели. И там газели. И там. И вот какие-то уточки. Конечно. Блин, сегодня идет дождь, 19 градусов, все, вот тебе и Африка. Не знаю, мы тут в этой Африке солнце-то и не видели, блин, если честно. О, смотрите, зебры ходят. Зебры ходят, зебры ходят. Джунгли, да, уходят. Мухи цеце летают, надо закрывать окна. Смотрите, остановились мы. Птица марабу какой-то. Марабу, марабу, марабу. Это как витайская. Марабу. Такой замученный марабу. Это орел местного размаха. Может, стерветник, стерветник скорее. Да. Ой, птиц много в этом вот. Стерветник, он жрет эти падали, мне кажется. Ну да, скорее всего, какой-то, да. Клюк такой загнутый. Смотрите, какой красавчик. Как он быстро бежит, а? Пипец, а. Блин, ну конь. Ну просто бегает как быстро. Ой, идут такие огоньки. Ой, такие слоники. Прямо около машины. И не боятся нас. И не боятся, не боятся. 11 где-то примерно. Идут. Смотрите, стадо этих слонов прошло мимо нас. Такие молоденькие. Такие масенькие. Вон грязные, вонючие, привонючие-то какие. Смотрите, мы уже ко второму дню начали определять, это самая маленькая антилопка. Я думал, раньше это олень, а это маленькая антилопка. А, они такие хорошие. Ну что, ты будешь что-нибудь пищать там? Все. Ну вот наш ресторан под сеткой, чтобы не залетали эти муравьи или птицы. Ну тут все, тут, блин, тут кишит просто жирностью. Вон газели внизу, прямо около отеля. Ра, красавец. Газелька. Ламы и газельки. Вон, смотрите, жирафы и коровы все вместе. Ой, толпа целая тут. И там вон вверху ходят. Вон и коровки, и жирафчики.
Джамбо, джамбо. Целый базарчик у них, вот так они тут бедняки живут. Вы видели внутри, что там просто пипец. А, Андрюха, я думал, тебя съели уже. Кратера, посмотрите, в середине. Вот, смотрите. Вот, смотрите, здесь какие-то цаплики маленькие или аисты, непонятно, какие прикольные. Такие, вот они. Тут бегемоты. Бегемоты лазят. Двух львов. Ух ты. О, красавцы. Вот это красавцы. Ну, Марка, спасибо. Марка, сэнкс. Чш, спугнёшь. Фоткаем. Уходим. Фоткаем, красавцы. Так. Да. Когда слону становится 60-65 лет, у него практически стираются зубы, не могут нормально есть. Вот наш гид. Так давай где-то там в бутылке тебя запечатлю. Бутылкой? Ты не хочешь. Ну как самый главный алкоголик. Перли Бэй. Natural Sweet Rosé. За успешное окончание экспедиции. В горы сходили. Всех, кого могли посмотреть звери, ну просто всех. Всех увидели. Львов, носорогов, бегемотов. Полный фон. Все здоровы, никто ничего не сломал, никто не потерялся, нас не ограбили. С масаями познакомились. Главное на самолет не опоздать. Ну это вообще последнее, что нас ожидает. Ну вот, перелет. Уже более-менее нормальный. Вино пьем. Еще 7 часов лететь, так все, это не первый раз.